Приветствую, друзья! Сегодня будет еще один обзор на лазерный гравер. Знаю, они вам уже порядком поднадоели, но уверен, что такого образца вы еще точно не видели. Ко мне в руки попал новенький ACMER P3. Его буквально недавно представили на выставке в Москве. Звали меня на выставку, но у меня, к сожалению, не получилось там побывать. И представители фирмы предложили выслать мне вот этот вот выставочный образец, чтобы я снял обзор на него, сделал свои тесты и поделился с ним своим экспертным мнением. С каких-то пор я стал экспертом в тематике лазерных граверов. Вот. И этот лазер у меня уже, получается, больше месяца на руках. Я его активно тестировал и даже умудрился его модернизировать. Нашел несколько нюансов, делился с производителем и, надеюсь, производитель учтет мои замечания, исправит их, и гравер пойдет уже в серию. Добротным таким хорошим. Вот. Гравер на самом деле очень интересный, очень мощный. Вот. И сейчас я постараюсь во всех нюансах и подробностях вам о нем рассказать. Друзья, полноценной распаковки я вам показывать не буду, так как это выставочный образец, и он пришел ко мне не в совсем приглядном виде. Плюс его комплектация может отличаться от моей. И, к примеру, вот мне прислали обычный компрессор без возможности регулировки подачи воздуха. Единственное, что отмечу, что гравер уже идет полностью в собранном состоянии. Даже вот этот верхний защитный купол, он уже был смонтирован. Коробка от этого гравера очень большая. И он весит порядка 20 килограмм. К примеру, обычные граверы, которые вот идут без всей этой верхней защиты, весят там 10-11 килограмм. Тут почти 20. То есть это фактически уже полноценный станок. Друзья, хочу обратить ваше внимание на дизайн этого гравера. Дизайн его настолько брутален, что мне кажется, если бы у Бэтмена был лазерный гравер, то он бы выглядел приблизительно вот так. На моей практике это самый защищенный лазерный гравер, который был у меня на тестах. Тут мы имеем полностью закрытое пространство, и вероятность того, что мы поймаем переотражение, либо же незащищенными глазами посмотрим на лазерный модуль во время работы, все вот эти вероятности, они сводятся фактически к нулю. Гравер оснащен защитным куполом, который предохраняет наши глаза, и фактически с ним можно работать без использования защитных очков. И внутри у нас вообще нет каких-либо просветов, то есть корпус у нас полностью закрыт. Единственное, что у нас тут есть, это выдвижной поддон. На поддоне располагается сотовый стол, очень удобно фиксировать здесь заготовки, и потом буквально как в духовочку задвинули поддон и запустили гравер в работу. В этот гравер установили абсолютно новую систему перемещения лазерного модуля. Тут у нас установлены два шаговых двигателя. Они работают в паре. Вот. И это позволяет увеличить плавность хода и значительно повысить точность печати при увеличении скорости. В обычных граверах, получается, стоит один шаговый двигатель, и вот эти две боковые направляющие, они соединены при помощи металлического вала. И две направляющие приводятся в движение одним двигателем. Тут же у нас стоит два двигателя. Вот. И получается, при увеличении скорости, так как у нас вот эти вот лазерные модули достаточно тяжелые, при увеличении скорости у нас появляется эффект волны. Получается, лазерный модуль при торможении, видно, там появляются какие-то колебания. И чем скорость выше и выше масса этого лазерного модуля, у нас появляется вот такой эффект волны. Я протестировал этот гравер, сравнил его с ACMER P2 и Sculpfun SFA40, и результат меня очень порадовал. На большой скорости у него практически, сами посмотрите результат, P2 и SFA40 значительно хуже отрабатывают при увеличении скорости. В ACMER P2 на все оси были установлены рельсовые направляющие. Тут же на ось Y поставили металлический вал плюс подшипники скольжения. Вот, а ось X у нас все так же осталась на рельсовой направляющей. Максимальная скорость перемещения лазерного модуля тут аж целых 48 тысяч миллиметров в минуту. Вот. Самый быстрый гравер, который у меня был, разгонялся максимум на 36 тысяч миллиметров. Тут аж целых 48. Но это только скорость перемещения. А скорость печати будет напрямую зависеть от вашей головы. К примеру, у меня тут 48 ватт, поэтому я и смогу печатать на максимальной скорости. Если бы у меня было 20 ватт, тогда уже ориентироваться на 20-24 тысячи. Соответственно, если 10 ватт, то где-то 10-12 тысяч миллиметров в минуту. Ко мне приехал модуль на 48 Вт, самый мощный модуль в их новой линейке. Также есть возможность переключения мощностей 48-24 Вт. Переключатель такой хлипенький, так что с осторожностью его переключайте.
Сверху установлен штуцер для подключения воздушного компрессора. Также тут порт питания М30 стандартный, такой же в ACMER P2 стоит. И установлен кулер охлаждения. Кулер достаточно маленький, громкий, зараза, с таким высоким пищащим звуком. И снизу у нас есть вот такие вот широкие ребра охлаждения. Защитное стекло это снимается, оно на магнитах. И сопло. Сопло тут с достаточно широким отверстием. У меня есть сопло от ACMER P2, но на 10 Вт. Вот видите, насколько оно уже. Они взаимозаменяемые, я его переставил сюда, провел тест, и вот это вот сопло работает намного лучше, рез получается гораздо чище, и получается мощность компрессора увеличивается, потому что вот это вот широкое сопло, оно просто ну, рассеивает часть вот этого воздушного потока, тут же поток получается более концентрированный, рез лучше, рез чище. Я писал производителю, высылал ему свои тесты, и производитель сказал, что заменит стандартное вот это сопло в модулях на 20 Вт и на 40 Вт. Они поставят новое сопло с более узким отверстием. Тут получается 4 мм, они сказали, что установят на 2,5 мм. Так что уже новые гравюры будут с новым соплом. И для сравнения... Scalpfan SFA9, также модуль имеет возможность переключения мощностей 20-40 Вт. И вот как эти два здоровяка выглядят бок о бок. По весу они вроде бы одинаковые, но вот этот чуть более габаритистый. Сверху вот у нас кулеры. Тут кулер значительно шире, и он более приятный по звуку. И вот такие вот ребра охлаждения. Как я уже сказал, оба модуля имеют возможность переключения мощностей. Но что интересно, в этом модуле при переключении на 24 Вт у нас отключается часть диодов и пятно лазерное пятно у нас уменьшается. Поэтому это будет значительно лучше для гравировки. Тем самым мы сможем увеличить DPI, то есть плотность печати, и рисунок у нас будет более детальный. У этого же модуля при переключении мощностей диоды не отключаются, но видно, уменьшается мощность на эти диоды, вот, а пятно лазера остается ровно такое же. Так что тут при гравировке что 20 Вт, что 40 Вт, как бы DPI у вас не изменится. Лазерный модуль фиксируется на два винта. Честно говоря, подлазить сюда не совсем комфортно из-за вот этого защитного купола. Вот. А для выставления фокусного расстояния, тут у нас, кстати, есть шкала для выбора толщины материала, который мы собираемся прорезать, 4, 6, 8 мм, предусмотрена вот такая откидная ножка. И вот под этим винтом у нас есть черточка, и нам ее нужно совместить с выбранной толщиной материала. На словах это все звучит классно, но когда доходит до дела, у вас получается вот эти вот боковые стойки защитного купола, они вам будут мешать. Подлезть, посмотреть, где там черточка, у вас не получится. Вот, намного было проще сделать вот такую вот похожую ставку, это от другого гравера. То есть вы ее поставили под лазерный модуль, выбрали нужную вам толщину материала и все, и забыли об этом. Вот эту вот штуку разрабатывал какой-то маркетолог, но явно не инженер, ей пользоваться неудобно. Еще одна особенность конструкции данного гравера. Посмотрите, насколько высокий у него корпус, почти 14 сантиметров. Я обычно работаю вот так, то есть здесь у меня стоит компьютер, а там, получается, стоит гравер. Я расположил заготовку к ближнему этому краю и хочу, чтобы лазерный модуль своим лучом обозначил мне будущую зону печати. Я запускаю фрейминг. Получается, когда лазер начинает обходить будущую зону печати, вот эту часть я уже вообще не вижу. Плюс вот эта штука, она металлическая, лучше бы они сделали из такого же прозрачного пластика, тем самым увеличили мне чуть больше зону обзора, да, вот, и получается гравер своим лазерным модулем обходит всю зону печати, и половину зоны я не вижу, где будет располагаться данная заготовка. Поэтому в моем случае мне лучше располагать заготовку вот к дальнему краю, и тогда всю зону печати вы будете хорошо видеть. У гравера есть подсветка рабочей зоны. Изначально тут располагалась одна светодиодная лента. Но мне это не очень понравилось, потому что если вы запускаете гравировку, лазер у вас где-то гравирует в этой области, при закрытой крышке у вас практически ничего не видно было, потому что вот эта штанга отбрасывает очень большую тень.
Вот плюс это защитное стекло, ну, очень-очень было мало света. Я решил добавить два куска светодиодной ленты по бокам. Вот теперь стало все намного более комфортно, запитал их на ту же светодиодную ленту, а тумблеры уже вынес сюда вперед. Тут у меня, получается, сделал тумблер под включение света, тумблер на включение вентилятора, тумблер на включение, как называется, воздушная помпа, а также тумблер на открытие и закрытие датчика двери. А изначально эти выключатели располагались сзади, получается, на включение света и вентилятор. Но, по-моему, это не очень удобно, я их решил вынести на переднюю грань корпуса. У гравера есть встроенная 5-мегапиксельная камера с хорошим разрешением. Вот. А моя дополнительная подсветка, то, что я тут сделал, сыграла только в плюс, так как у меня увеличилась освещенность рабочей зоны. Картинка стала более четкая. Вот. И, в принципе, мою претензию по поводу вот этой вот планки и то, что мне не видно, как там идет фрейминг рабочей зоны, в принципе, ее можно назвать просто придиркой и списать. Камера решает этот вопрос. Также у гравера есть датчик открытия двери, но я на него сделал специальный тумблер, потому что при каждом открытии он просто... кричит очень громко, ругается. Вот, поэтому я сделал специальный тумблер, чтобы была возможность вот так вот его открыть и спокойно закрывать. Вот, а если вам не нравится, что он пищит, можно просто отсоединить вот эту фишку. Вот, но я все-таки решил, коли уже тут делал тумблеры, думаю, ну, дай и для этой функции сделаю себе отдельный выключатель. Друзья, пока снимаю обзор, переписываюсь с производителем. Написали мне, что выпустили новую версию прошивки для этого гравера, и в ней они убрали вот этот звуковой сигнал на открытие двери. Вот, на самом деле это немножко раздражает, особенно когда будете калибровать камеру, вам придется выкладывать этот рисунок несколько раз и крышку открывать-закрывать, постоянно будет пищать этот звук. А на официальной группе на Фейсбуке уже пользователи также получили этот гравер и жаловались на этот звук. И мне понравилось то, что производитель, во-первых, быстро реагирует на это и прислушивается к мнению пользователей. Так что в новых прошивках уже вот этого вот пищащего звука не будет. Помимо очевидных свойств, это защита глаз и отведение дыма, купол выполняет еще одну задачу. Он достаточно неплохо гасит звук работы кулера от лазерного модуля. Как я уже говорил, он достаточно громкий. И вот сейчас послушайте, как он будет работать с открытым и закрытым куполом. У гравера есть штатная система дымоудаления. Изначально был установлен маленький вот такой вентилятор 24 вольта на 0,5 ампер. В принципе, хоть он и маленький, но поток воздуха дает достаточно приличный. Вот. И, в принципе, для гравировки его более чем достаточно. Концентрация дыма не такая большая, и с ней он справляется в легкую. Вот. Если же вырезать уже что-то посерьезнее, то все-таки дым надо выводить значительно быстрее. И я установил 24 вольта 0,5 ампер, 12-сантиметровый вентилятор. Поток воздуха он дает значительно побольше. И, в принципе, оба вентилятора могут работать по отдельности, либо же вообще вместе. Тогда выдувает на раз. И вот, собственно, зачем я ставил второй вентилятор. Потому что, когда занимаешься вырезкой, маленький вентилятор не успевает выводить весь дым, концентрация дыма очень большая. Часть дыма засасывается вот этим кулером и пропускается через корпус вот этого лазерного модуля. Понятно, что дым никак не затронет наши диоды, они там защищены. Плюс, если у нас работает компрессор, ну, естественно, при вырезке у нас будет работать компрессор, линза обдувается, она никак на... линзу плюс диоды не повлияет. Вот, но сам вентилятор и плюс корпус очень сильно загрязняется. Тут я уже его, конечно, немножко вытер, но вот если посмотреть, лопасти и все вот это вот дело, оно просто в саже.
Поэтому мне хотелось, чтобы дым выводился значительно быстрее. Также для дымоудаления можно докупить отдельный воздушный фильтр. Наверное, это на случай, если вы работаете в каком-то закрытом помещении, и у вас нет возможности сделать отдельную вентиляцию для гравера. Можно докупить вот такой вот металлический ящик. В нем находятся фильтры. Фильтр подключается напрямую к граверу при помощи вот такой гофры. Подключается к кулеру и фиксируется вот этими зажимами, фиксируется достаточно надежно. Плюс в комплекте идет переходник. Тут получается у нас диаметр 7,2 сантиметра, а здесь 9,4. То есть я его могу использовать как вот со штатным кулером, плюс вот с этим кулером, который я установил дополнительно. Сюда можно также нацепить эту гофру. Ну, вот так вот она будет фиксироваться. Вот, поэтому могу использовать как с этим кулером, так и с этим кулером. А внутри коробки нас встречает целая система фильтров. Тут получается фильтр грубой очистки, HEPA-фильтр. Вот так вот. Вот, как видите, фильтр немножко грязный уже, потому что, повторюсь, это выставочный образец, и этим фильтром пользовались на выставке. И еще вот этот здоровяк, высокоэффективный фильтр. Как заявляет производитель, фильтрует до 95%. Вот. А внутри коробки у нас есть вот такая турбина. Есть возможность выставить тайминг на 30 минут, 60-90. Ну, если вы хотите оставить гравер без присмотра. Вот, слышите, запустились часики. И также регулировка мощности. На максимальной мощности сила всасывания достаточно приличная. Ну а как же гравер показал себя в работе, возможно, спросите вы меня, и я вам отвечу то, что показал он себя исключительно с положительной стороны. Мощности лазера 48 Вт более чем достаточно резать 3-миллиметровую фанеру буквально за один проход на скорости 900 мм в минуту. Это очень быстро, поверьте. 20-миллиметровые доски ему также не помеха, он просто их прорезает за один проход на скорости там 100 мм в минуту, максимальная мощность плюс подача воздуха. Да что там говорить, я на улице взял просто камень, кинул на гравер, нанес рисунок, думал, сделаю гравировочку. В итоге я получил вот такой вот эффект. Посмотрите, это просто глубокая гравировка. Тут он выбрал где-то 2 мм, может быть, даже 3. Просто вот расплавил камень. Я был очень этим, конечно, впечатлен. Тут искры летели. Ну, эффект классно, мне очень понравилось. Опять же, вот это вот переключаемое пятно лазера, то есть фокусное вот это пятно, что можно его использовать как для гравировки, так и для резки. Вот. Ну, наверное, отдельные тесты я выпущу дополнительным роликом, не хочу перегружать, и так уже достаточно много информации вам сказал. Вот. Надеюсь, производитель учтет мои придирки, мои доработки, возможно, также пойдут в серию, мне бы очень этого хотелось. Вот. Надеюсь, вам ролик был интересен, информативен. Я тут ничего не скрывал, критиковал как мог. Опять же, видели мои доработки. Вот. Ну, надеюсь, вам это понравилось. На этом, наверное, буду с вами прощаться. Увидимся с вами в новых роликах. Всем спасибо за внимание. Всем пока.